первый. Ну-ка быстро подписочку и лайк на ролик. Чё? Это наш влог. Влог перед моим дарем. Это вам. Как ты меня потом будешь перекидывать? Не знаю. Ладно, давайте до новых встреч. Скоро встретимся на моем даре. Тут баклажан, который я должен был привезти, я вот это привез. Есть? Ну, свинья съела. С 29 сентября. Все начинается, ребята, красная шапочка. Меня сейчас ослепит. Привет, ребята, сегодня 29 сентября, мое день рождения. Я немного выспалась, то есть сейчас время 9, я немного выспалась, но ко второй паре было. Хочу спать все же. Беззаботный? Прости, но это не беззаботный возраст. В плане, не работать, не надо. Учеба. Не взять хлеба, поесть, попить. Вот в плане этого. Что думать? Иди работай, и тогда уже будешь не думать. Такой вот у меня легкий повседневный макияж получился. Что я ем? Да, сегодня праздничная яичница. И вот такой. Ребят, я уже иду, то есть я уже поднакрасилась, губы, да, хотя я губы в основном не крашу. И смотрите, что у нас. Это же вообще трэш, ребят. Очень сильно много грязи. Но вот на заднем плане вы можете увидеть это. Вот такая вот погода. Ну, хоть без дождя сейчас. Самое главное. Потому что вчера целый день дождик лил. Это уж вообще... Вы просто посмотрите, что у меня за ходули такие. Типа, во. Весело. А, я их еще покупала в том году. То есть я вообще хотела их безумно. Я хотела эти длинные Джорданы, блин. Вот эти длинные. Наконец-таки я их в том году купила спокойненько и до сих пор не хожу. Смотрите-ка, дерево повалилось. А потом я иду домой, вот, буду есть торт, задувать свечи. А в субботу мы будем уже праздновать, потому что сегодня четверг. Как бы, ну, не очень, еще пятница и суббота учебная, так что надо как бы, ну, вот, в субботу после пар поедем праздновать. А, конечно же, это будет в влоге, обязательно. Я стану, чтобы меня было видно, то есть против света. Я уже на остановке стою, жду автобус свой, сейчас ко мне должна же опять подсесть Лера. Вейп? Всем привет! Да, мы идем уже как бы в колледж. Мне придется орать, потому что тут машины ездят. Вообще ничего не слышно, мне кажется. Ну, мальчишка, будем так говорить, почти беспризорный. Начинал как хулиган, как нарушитель паспортного режима, за что и привлекался к ответственности. Даже мы сейчас пойдем в столовку. Будем кушать. Что-то.
Я принесла трубочки, будем втроем кушать. Мы в столовке. Да. С нами еще была Настя, но она уже ушла. Мы, короче, поели трубочки. Я взяла из дома чисто так праздничные трубочки. Вкусные такие. Маленькие на маленькие, да. Вкусные на маленькие. Да, вкусные. Попробуем. Сейчас пьем чаек. У нас через 5 минут пара. Давайте за мой день рождения. Все, да. Едем домой, да. На автобусе нашем. Прекраснейшем. Мы всегда так едем в такой вот обстановочке. В машине нет. Извини, жаль. Жаль, очень жаль. Снимать это все и буду распаковывать подарок. Получается. Дор. Всем большое спасибо, кто меня поздравил. Всем огромное спасибо. Всех учителей люблю. Прям вау-вау-вау. Вот. Сейчас я уже иду домой. Вот мне и 16 лет. Заходим домой. Я снимаю на фронталку. Вы смотрите, что это? Это что это? Это что, это 16? Вы просто посмотрите, какая это красота. Что это? Что? 16. Только такой вот салатик оливье. Я поела. Сейчас греется чай. Буду сейчас задувать свечки. Но сначала я хочу распаковать свой подарок. Да. От моих родителей один подарок. Но они мне еще подарили деньги. Да, деньги там в конвертике лежат. Распаковываю. Да, я все беспощадно рву. Просто эту коробку не сохрани. Слушайте, СМРчик. Вау. Так, я точно не знаю, как их открывать, честно. А, все, поняла. Вау. Так, что в упаковке? Я так понимаю, это ремешок, часы сами. Какие же они крутые. Где я тут открываю патч? Черный милый ремешок. Сжигай. Загадала желание. Ура! В какой-то разрезе он прекраснейший. Он этот. За вас. Дорогие, это нам дорого. Хочу, в принципе. Ну вот. Ты брная. Вот.
И увидимся 1 октября на моем праздновании. Всем привет, ребятки! Сегодня 1 октября, суббота. Сейчас мы едем на квест с девчонками. Вот, я пришла с колледжа, и у меня все очень сырое, потому что на улице очень огромный ливень. Сейчас я немножко подкрашусь. В принципе, румяна. Это кошмар, потому что мы переехали нашу остановку, и так вот. Ну, просто кто-то лох. Да. Кто лох? Я лох? Ты лох, конечно. Вот, короче, мы идем обратно на квест, идем мы. Вот. Уже заворачиваем за магнит. Вот. Ты что, да? Вот. За... Сейчас ты уже 19. Я не буду снимать на квесте, потому что нам запрещено снимать, и мы оставим телефоны тут. Да, к сожалению, нельзя. Мы вышли с квеста, нам запретили снимать, как бы, да, вот. Вот, и типа мы сейчас идем в Мак, но квест был крутой. Прям да. Такой лайк. Немножко страшненький. Да. Тут есть офники? Нет. А, есть точно. Кто? Нет. Есть офники или что? Нету. Мне хватит офники. Все, мы идем в Мак. Ждите, мы наберем. Кстати, вот подарочек. Мы едем двойные чизбургеры. Все, мы едем домой. Едем. Успешим прям. Пока еще никуда не едем. Задробка это. Самый серф. Спать хочу. Очень сильно. Всем. Как тебе? Не говори, что ты это тут вставишь. Не красиво. Отпусти. Я. Да ты. Я даже не назло, что-то там. Давай то, что знаем. Отпусти ее.